Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Ольга Каурова. И сейчас я хочу показать, как мы парсим контакты, то есть достаем контакты из наших чатов в скайпах. Заходим в программу MLBot, запускаем ее. Заходим в чат рассылки. И выбираем здесь аккаунт. Ну, любой, в принципе, аккаунт. Заходим в чат-рассылку. У нас отразились все чаты, в которых участвует данный логин скайпа. Вот вы их видите, 62. Любой из них можно сейчас выбрать. Выбираем тот чат, из которого мы хотим сохранить контакты. И нажимаем на знак, если вы наведете мышкой, будет подсказка. Экспорт контактов из чата Primers. Нажимаем. Идет вход в Skype. Нам причем в сам Skype заходить не надо. Вы видите, что абсолютно это ни к чему. И даем ему название этому файлу. Primers. Я еще даю сразу же ему расширение, чтобы он корректно считывался. TXT. Сама задаю такое вот, чтобы оно правильно считывалось в блокноте или в Notepad, в программе, которая это сможет считать. У нас сформировался файл. Открываем. И вот вы видите, что здесь у нас скачалось 236 контактов. Если мы зайдем в сам Skype и зайдем в данный чат в нашем Skype, то мы увидим, здесь вот у нас их 240. Значит, какие-то контакты есть, просто левые контакты, серые, как их говорят. Вот таким вот образом мы получили с вами список этих контактов. Как их использовать дальше, я покажу в следующем видео. С вами была Ольга Каурова. До новых встреч. Всем шикарных результатов. Пока-пока.